спокойствие и тактика выжидателя почти дала свои результаты. В турнире я стартовал с победы, правда, потом два поражения подряд. Но, как итог, три партии я выиграл и в трех потерпел неудачу. Всего приняло участие 7 журналистов разных средств массовых информации, начиная от телевизионных, заканчивая пресс-службой. Играли по круговой системе, то есть каждый с каждым. По итогу теннисных баталий победителем стал Иван Сухосыр из пресс-службы УФСИН. Второе место занял Виталий Барабаш из Толка. И третье у Дмитрия Евполова, Рива Спорт. Турнир всегда интересный. По настольному теннису он у нас традиционный, собираются как бы много игроков, прежде всего не только поиграть, еще пообщаться, ну и всегда рады друг друга видеть, но это своего рода тоже праздник в праздник. Кстати, настольный теннис в Алтайском крае вполне неплохо развивается. Сейчас команда мастеров Суперлиги идет на первом месте после двух сыгранных туров. Скажу, что 7 февраля мы принимаем третий тур, будет в спорткомплексе «Победа», наша подгруппа, 6 команд. И я думаю, что после третьего тура, наверное, уже 90% будет видно, проходим мы в премьер-лигу или нет. А в региональном центре по настольному теннису сейчас занимается 180 юных теннисистов. Филиалы открыты в Бийске и Благовещенке. По словам Багияна, теннис – очень массовый вид спорта. Для примера, в последнем краевом турнире участвовало около 200 спортсменов. Таким количеством может похвастаться далеко не каждый регион. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком.